Председатель областного законодательного собрания Валерий Елидин, в свою очередь, сегодня передал в единый волонтерский центр «Мы вместе» топливные карты на 1000 литров бензина. Из-за резкого роста количества заболевших несовершеннолетних региональное министерство здравоохранения выступило с призывом помочь детским поликлиникам в развозе лекарственных наборов. Добровольцы забирают из медучреждений препараты и доставляют их по адресам ребятам, которые лечатся в домашних условиях. Нагрузка на каждую машину в день до 40 адресов. Общими усилиями удается обеспечить необходимыми лекарствами несколько сотен юных пациентов. И здесь важна поддержка, поскольку они все работают за счет своего личного времени на собственном транспорте. Но сегодня мы приняли решение поддержать их, компенсировать те затраты, которые они имеют для заправки автомобилей. Кроме того, сейчас по поручению Валерия Лидина к акции по доставке лекарств подключились и депутаты регионального парламента. Они также на собственном транспорте выезжают по десяткам адресов.